Добрый день, друзья! С вами снова канал Агроземледелие. Вот сегодня мы отложили все полевые работы и решили доделать наш навес. А то мы сразу за все хватаемся. И там надо, и там надо. Вечером тут, утром тут, днем на поле. Как-то решили немножко разделить, доделать одно и браться за другое. Сегодня с утра вот мы успели 4 листа положить. Вот это вот наш навес. Как всегда, без косяков не обошлось. Обрезаем вот такие листы по 43 сантиметра. Почему? Расскажу. Закрутились, мозги уже не варят. Посмотрите, вот этот короб не учли. Длину короба не вымеряли. Когда вымеряли железо, мерили от дома и до конца. За короб абсолютно забыли. Теперь вот так вот. Ну, лучше обрезать. С длинного короткое всегда можно сделать. Вот, вот такой вот наш косяк. Ну, без косяков не бывает. Не ошибается тот, кто ничего не делает, я уже как-то говорил. И вот, вот такой у нас навес при доме. Да, вот мангал. Здесь мы будем шашлыки жарить. Потом, когда уже все сделаем. Вдали он, наш сарай и наш второй ангарчик. Такой, длина ангара 14 метров. Сарая 15 метров. В сарайчике там наши шашлыки живут. Пока время не пришло. Строили по типу ангара. Вот эти столбы выставляли. Я уже рассказывал, на канале есть у меня, как ноль отбить. Наверх не лазили, все отмеряли здесь. Только бетонировали столбы, поварили фермы и все. На этом как бы кратенький обзорчик есть. В конце рабочего дня, думаю, успеем до вечера мы застелить, укрыть. Если не успеем, сыму. Вот такая у нас крыша получается. Осталось последний лист положить. Как всегда в каждом деле свои нюансы. Нюансы в чем? Смотрите, как мы придумали. Очень плотно лист. Вот это у нас обрезок направляющий. Руками не получается запускать. Что мы сделали? Обрезки, которые по 43 сантиметра обрезаем, запускаем. Это у нас направляющий. Лист под низ, и он все прекрасно получается. Плотность бешеная. Ну, не ошибается тот, кто не работает. У нас, в принципе, все нормально. Осталось последний лист постелить. Вот. Вид сверху. Наш сарайчик, наш ангарчик. Все. Закончим, засымем, окончательное видео покажем. Ну вот, подошли к концу нашей работы. Посмотрите, торец мы сделали. Какой у нас навесик получился. Вот так вот сегодняшний мы день провели. Все, на этом, друзья, обзор свой заканчиваю. Пишите комментарии. Как всегда, лайки, дизлайки. Мы всем...